Всем трема доброго времени суток, это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Да уж, куда же без потягушек. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры Baldur's Gate 3. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Shadow, Анониму и Channel 413. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Если кому-то хочется к нам в Discord, милости прошу, в комментариях пишите. Ссылку на донат я, соответственно... Ой, на донат говорю. Ссылку на... В общем, приглашение я скину. Потому что ссылка в описании вечно устаревает, и я все время забываю ее обновить. Так, значит, у нас тут клоун Капри, да? И вот что интересно, да? То, что опять отмечено. Мы нашли торс Капри. Кусок трупа Капри используется на жуткое рождение искусства. Нужно продолжить поиск части его тела. Что хозяйки части для искусства. Цирковые лавки. Трубленная ладонь. Бла-бла-бла. Вот, и написано, что мы нашли торс этого самого Капри. Капри. Но где этот торс? Скорее всего, раз написано, что он использовался... Помните, эти доппельгангеры говорили про то, что типа там хозяйка там какая-то... То все пятое, десятое. Еще что-то. То могет, все могет. И так далее. Давайте-ка обо всем поговорим с местными. Ну и пойдем дальше обыскивать. Я скучаю по корге. Такая вонь стояла. Калипопа. Калипопа, калипопа. Солтычев сказал, что все в порядке, значит все в порядке. Продолжайте. Убирать, боя, убирать. Йола. Сладкоречивая. Беспокоиться совершенно не из-за чего, у мадам Лукреция все под контролем, наслаждайтесь представлением. Да-да-да. У нее все под контролем, это факт. Так, ну давай еще с этим. Я, кстати, его окончательно обворовал. Сундук вот не открыл, вот что плохо. Что скажешь, мелкий? Клоун помер, эй, хочешь нямку? Ведь Таворфи заметил... Оу. Как интересно. Ха, любопытно. То есть это появилось после того, как я его украл. Ну, давайте попробуем. Среди твоих товаров я заметил эту отрубленную руку. Где ты ее взял? Я ее нашел у шатра клоуна. С крысой пришлось из нее драться. Фу. Это как-то бессердечно. А что такого? Все помрем. Я помру, ты помрешь. Жизнь такая. Хочешь нямку? Жизнь станет веселее. Покажи, чем торгуешь. Ладно, так я его ограбил. Давайте что-нибудь у него купим. Тут же было что-то. Сосредоточение. Бдительности. Ну, давайте вот эту штуку у него возьмем. Вот эту вот. Да? И продадим все лишнее. Ой, эй, что такое? Да-да-да. Так. Теперь с тобой, Костик. Ах, бедный Капри, моя супруга ужасно расстроена, она ведь бывало болтали от рассвета до заката. Такие друзья, бля, воды не разольешь. Ну, думаю, щедро пожертвование от славного искателя приключений вроде вас сможет ее порадовать. Да-да-да, перебьешься. Так, в сундук бы заглянуть. Сейчас, секундочку. Давайте это сделаем. Заглянем в сундучок. Надо понять, где торс. Скорее всего, и все. Вроде дело больше нифига.
Бежим. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Убегай, утекай. Все. Утырили все, что можно. И все, что нельзя, тоже утырили. Да, любопытно, конечно. Кому это... С кем я расторговывался? Формально, так как у нас как бы два торговца, то вот этот магазин Ривингтона и вот тут вот где-то... Да, реквизированный сарай. Это вот здесь, видимо, да? Угу. Угу. И-е. Гы-гы. Так, ладно. Будем надеяться, раздуплился. На всякий случай. Берем лишний сейф. Так, ладно, сейчас со всеми цирковыми еще разок перетрындеть. Мало ли, вдруг что интересное скажут. Ну и живем дальше, что. Надо найти торс, сбегать по, соответственно, торговцам. И что? Да и все по факту. Больше ничего не надо. Двигаться дальше, по сути. Следующую локацию. Реально все. Джинни. Джинни. Че скажешь, Акаби? Жопу с ушами. Мумия Зара. Не, мумия Зара прикольная. Покажи грим, которым ты торгуешь. Так радуется каждый раз. Так, а... Ой, а где? Да не знаю, она классная. Да давайте это купим. Торхоп сложите до... Она слишком прикольная, чтобы ее игнорировать. Так. Эй, Затхина, что скажешь? Ты отреагируешь на произошедшее? Или тебе тоже по большому счету накапать на этого каплю? Ты уже... Ай, вредина. Мастер трапеции. Приятного времяпровождения в цирке, который без капли уже когда-нибудь прежним. Ой, да ладно, соберу я вашего каплю, ёлки-палки, никуда он не денется, блин. Хорош ныть. Медран. Ну, что скажешь? Ты, кажется, чем-то напуган, ничего страшного, легкая музыка не успокоит вас. Сказал чувак и накинул на себя. На себя, заметьте. На себя. Так, рюкзак, рюкзак. О, рюкзаков сколько. Ух ты! Надежно. А, сшитые сапоги. Элина. Элина, что скажешь? Как такое могло произойти с каплей? С моим домом? Поверить не могу, что нам пришлось доверить нашу безопасность чужаку. Ничего лично, разумеется. Ой, все, а. Могли бы и сами справиться. Что-то я вас не заметил, когда мы дрались там. Тоже. Как мадам Лукреция могла допустить такое? А ты... Слышь, завались, а? Кто я такой, блин? Я тот, без кого ваш цирк вообще бы в клочья разорвали. Сидел бы сейчас. Сидел бы, пердел.
Так, это в лагерь, это в лагерь. Огненный щит. Окутать свое тело пламенем. Свое тело пламени, которое освещает все вокруг ради 3 метров, дает устойчивость к урону огнем на атаке ближнего боя. Ну, это, наверное, все-таки Shadowheart, да? Так, это Астариону. Мертвая крыса. Подобрать. Записки от великолепного барыги Поппера. Привет, крыса. Прости, что убил, но Поппер хотел вкусную руку, которую ты нашла. Обнял Поппер. А, то есть это... А в товары нельзя, кстати. Заметьте-ка. Ха, забавно. А что это такое? А, ну это ладно. Сколько весит? Ладно, пусть пока лежит. Угу. А тут вроде нет ни хрена, да? Вроде бы. Так, Астарион стоит тут пока. Мы сейчас с Поппером еще разок поговорим. Может, он после этой записки что-нибудь скажет интересное. Хотя вряд ли, как бы мы вроде по поводу нее уже поговорили. Но попробуем все равно. Почти, говорит, без кровавых пятен. Ну да. Нет. Ничего он не говорит. Окей. Так. Ну, пошли на выход тогда. Стрёмно напоследок тут грабанет это место с рюкзаками. Ибо нифиг. О. Люди. Бека. Бяка. Здорово, бяка. Капля же хорошая. Зачем он это сделал? Мне не понравилось. Он мне не нравится. Может, я ей отвечу? Нет? Не вариант? Объяснить, что это был не капля? Понятия не имею, что там стряслось. Знаю только, что мы с дочкой живы только благодаря тебе. Спасибо. Спасибо. Хоть кто-то, блин. Хоть кто-то поблагодарил, а? Ёлки-палки, такая мелочь называется. Ну, блин. Чё скажешь? Клаус. Клаус. Я слышал, что ты сделала про каплю. Он был славным парнем. Спасибо, благодаря тебе больше никто не пострадал. Ох. Нет, ну, еще один нормальный человек. Но грабить это мне их не помешает. Ну, почему грабить? Не грабить, экспроприировать. Так, ящик фруктов. Ох, как много тут всего. Ну что ж, поехали. Серьезно? А, ну при таком подходе действительно движения недостаточно, блин. Не, ну ты вот просто вот дык-дык-дык-дык-дык-дык! Офигеть, блин. Стоп, а зачем я пошел с водой? Банк.
это, говорит, вне досягаемости. Ладно. Так, в лагерь. Запись рубанулась, я слегка добавил скорость вентилятора, так что слышите лишний гул, кроме моего сопения, ну, сорян. Что ничего не попишешь, как говорится. Соляви. Ладно, вроде уволок. Без последствий немножко потырил. Ну, остальное. Да ладно, пофигу. Там что-то с этим разбираться еще. Так, теперь давайте сходим к торговцу. Наверное, сначала все-таки к мелкому. Это сюда. Скорее всего, торс клоуна я ему загнал. Потому что, ну, блин, ну я не. Вот тебе не помню, чтобы там был именно торс клоуна. Кисть-то как бы четко было написано, что кисть клоуна. Да ведь? Я же не совсем с ума сошел. Да, вот четко. Отрезанная рука клоуна. Все. Мелкие, вы где? Хватит гонять мою кису. Это не киса. То есть это, конечно, киса. Но не киса. Так, давайте смотреть. Торс. Сказано, что я нашел торс клоуна. Кто-нибудь видит хоть что-то торсоподобное? М-м. Вот, отрезанная рука. Лютня сломанная. Хм. Как интересно. Ха. Вот те раз. Может, ну подожди, на... Да я-то буду держаться подальше. Че, неужели я ей это все загнул? Нет, или может все-таки в сундуке лежит? Ну, хотя с какого хрена она в сундуке будет лежать? Ерунда полная. Не понимаю. Не понимаю, не понимаю, не понимаю. Я его, главное, где-то нашел. Единственный торс, который у меня есть, это вот... Может, это он и есть отрубленный торс? Хм. Странно так. Так, может, действительно тут? Сейчас заглянем еще сюда. Back again. Want a dagger? Or a bow? Так. Да-да-да. Так, уей. Я тебе продавал что-то. Видимо, ничего тут нету, да? Блин. Ну, видимо, значит, тот торс, который у меня в рюкзаке валяется, да? Видимо, да. Но подождите, я могу его продать. Хм. А может, он все еще там внизу? Погоди, хочу, не хочу. Так, где тут спуск? Нет, это не здесь. Мне через церковь надо пройти, да-да-да. Все правильно, через... спуск там, в церкви. Пошли еще раз слезем. Может, он где-то там лежит, я его не увидел. Ну, хотя, почему не увидел? Давайте быстренько туда прогуляемся вниз. Просто смотрите, важный момент. Вот рука... этого капли в товар не добавляется, а тот торс добавляется.
И как это прикажете понимать? А хрен его знает. Непонятно. Непонятно. Больше вроде никаких торговцев не было, да? Вроде нет. Скорее всего, раз я нашел только руку и торс, то на этой локации больше ничего нет. Скорее всего, все остальные где-нибудь там дальше будут. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Я, по крайней мере, на это искренне надеюсь. Потому что я достаточно тщательно все-таки обыскивал. И если бы мне что-то попалось, то, скорее всего, я бы это тоже обнаружил. Ну вот, поэтому пока будем играть. Если до определенного момента я так ничего не найду, или что-то не найду, ну тогда, значит, соответственно, будем уже плясывать от этого. Плясывать. То есть вот здесь мы дрались с доппельгангерами, и отсюда я все умыкнул, да? Это вроде бы да. Здесь вроде ничего нет. Черт кто знает. Сказано, что я его нашел. Хи-хи, елки-палки. Шел, нашел, потерял, да? Здесь я его нашел. И здесь я его нашел. Хрен его знает. Сейчас, давайте еще в лагере быстренько глянем. Но он, получается, должен быть оранжевый, правильно? Или нет? Так, то есть если мы, например, сейчас проверим. А, кстати, сейчас, секундочку. Так, если мы мышку сюда, ай, это уж сюда. Если, допустим, на всякий случай проверить. О, не исчезла. Отрезана рука клоуна. Да, она так и будет оранжевой. То есть она никуда не девается. Вот у нас есть расчлененное тело. Но оно не оранжевое. Все. Больше. И отрезанный таз. Это отсюда, не отсюда. Пёс его знает. Это вообще, что это? Странный янтарь. Слыши капли крови. Ну, бывает. Но тут ничего оранжевого нету, да? Точно? Сейчас, секундочку. По крайней мере, я не вижу. Не выяснилось бы, что я это выкинул, блин, вообще. Будет пипец, как обидно. Ну нет, оранжевую бы вещь я не выкинул. Это даже не обсуждается. Колечко. А, Кетриковская. Да. Жалко, не пользуюсь холодом. Можно было бы попробовать. Не вижу. Сейф каравана. Конечно, есть шанс, что он где-то тут, среди трупов. Ох, но убитый кто? А, беженка. А. А, ну да. Есть, это кто? Недавний труп.
Да, но нам нужен не труп. Нам нужен торс. А это все персонажи. Хотите у меня тут чистилище, блин? Белка? А. Да-да-да. Это не я убил белку, цыц. Ну ладно, раз написано, что я его нашел, ну, будем считать, что... Так, погодите, а может быть, если я руку сейчас сюда переложу и по типу, может, ну вот она рядом с отрезанным тазом, вроде как, появилась. Да хрен его знает, как говорится. Ладно, фиг с ним. Пошли. Ну что ж, нет так нет. Ничего не попишешь. Ну правда непонятно. То ли как бы, ну, где-то он должен быть. Вряд ли я его куда-то сбросил. Тем более, если он находился тут, значит, у меня была возможность эвакуироваться. То есть не было такого, что я перегружен и не могу его взять, да? То есть. Ну что, пошли в город. В принципе, тут. Все, наверное, да, что тут? Тут осмотрели, тут все вроде осмотрели. Здесь вроде тоже все осмотрели. Вроде бы. Тут были. Тут внизу были. Все, пошли. Ладно, пойдем. Так. Ну что, будем прорываться в следующую часть города, которую явно охраняет... Чуть сильнее, чем надо бы. Чего? Как? Никакая ты не киса, отстань. Хочешь еще? Ты в курсе вообще, что ты так быстро не пишется? Ладно, я не могу тебе отказать. Давай. Не будь занудой. Так, ритуальное убийство гипсониста Элмина остается нераскрытым. С нашим, что с нашими письмами? По-моему, я это читал. Да. Ну, ладно. Так, и вот с этой мадам еще разок поговорим. Вдруг она что-нибудь скажет. Да, дедлайн. Ну ладно. Раз у тебя дедлайн. Дедлайн. Злобный такой дед. Так, ну чё? Пошли внутрь. Я так понимаю, так, это беженцы, горожане. Чувак разговаривает. Да не бентиг, ну это да. Кулак веерн. И те заберу. Папа сказал, что мои кулаки будут хорошие, а они совсем не хорошие. Ну, что тебе сказать, понимаешь? Oh. The Duke's full support for the good of the people. О, смотрите-ка, какой там Супермен нарисовался. Ой, благо нашего народа. Биллиган Индиго. Давай поговорим с Биллиганом. Встань, мальчик, мы сюда раньше пришли. Самия Индиго. Ты такая же злобная. Никуда я не уйду, не обязан нас пропустить. Ага. Ты, я тебя не прогоняю. Хорус Крист. Бесчестные ублюдки, они совсем нас не слушают. Да, естественно. Приходят только горожане, я повторять не стану. Ты что скажешь? Кто? А, мы не можем пройти. У меня со мной семья. Говоришь, что нам будут рады. Ну, вначале были рады. Так. Кулак Кенса. Здорово, Кенса. Иди с этим куда-нибудь еще. У меня и так дело по горло.
Ладно, окей, иду куда-нибудь еще. Пламень Селена. Как это все здесь запламенили? О! Это ж это, карга! А ты что тут делаешь? Так, ну, тогда Манип Эдвинна. Чё ты скажешь? Ну, ребят, не такие блатные были, когда вас в таверне в темноте спасали. Стоять! По приказу лорда Аташа беженцы город больше не пускают. Разворачивайся и уходи. Хм. Давайте. Ух ты. А, это молот. Я думаю, что за девайс такой прикольный. Так. Сейчас, секундочку, попробуем. А давайте сначала убьем ее. А че нет? Ты понятия не имеешь, с кем разговариваешь, дай пройти, или я убью тебя. Ну давайте попробуем, даже любопытно. Не одобряет, не одобряет. Получи, говорит, кучу лома. Так, кто? А ты кто? А чё с ним? Слепота? Это в него кинули вот эти мелкие, да? Да. Слушай, прикольно. Не ожидал. Ладно. Так, тут у нас кулак Верн. Это сзади. Кто тут есть вообще? Чё мои так далеко стоят? Опять, блин. Так, ну ладно. С этим разберемся. Мы все первые ходим. Ага, хера лысого. Так. Сударь Астрион. Не мог бы ты сделать кое-что? Что? Кое-что. Ой, будь здоров, спасибо. Так. Допустим. Сойдет. Так. То, что у меня есть вот эти бомбы, это прям красота. Вот этот, да, засранец? Угу. Давайте пока используем какую-нибудь ляпу. Чисто на попробовать. Тут 1, 6, 10, 8. Опа. Урон ядовитого облака. И... Ага. А, сюда можно было попасть, да? Блин. О, а ты что тут делаешь? О, репортер, а? Не хочет уходить. Так, ладно, стой пока тут. Ку-ку. Ребятушки. Так. Как же он там работает? В пределах 18 метров. 75, 65, 65. А что с ней? Ловкость. Но у нее больше шансов, поэтому Шанда Рах. Ого. Нормально.
Вот это да. Кстати, а перелеты-то не блокируются? А, блин, стоп, а быстрых заклинаний-то нету. Эй, елки-палки. А чё ж так-то? А чё ж вы мне не сказали-то? Ты, ёшкин кот. Я и забыл, что у меня этих нету. Кто ходит? Кулак Веерн, да? Ну что ж, кулак Веерн. Получи. Раз. Два. Серьезно? Это тебе не поможет. Сойдет. Так, теперь с тобой, мадам. Так, ходят эти двое, да? Ай, ты плюшка. Давайте третий. А, все-таки нет такого, да? Угу. То есть все-таки... Подождите, а почему тогда мой этот пролететь смог, а она не может? Ха, интересно. Ну ладно. Так, пожирание интеллекта, ниже 4, интеллект уменьшен на 3, интеллект 4, ой, интеллект 10, так кто переходит? Ну и давай его, в смысле? Урона не было. Я что-то не понимаю. Это неправильно как-то описание, что ли, или что? Смотрите, пожирай интеллекта. Хм, но урона нет. Хотя вот здесь урон прописан. Непонятно. Я реально не понимаю. Ну ладно. А, ах ты скотина. Киску бьешь. Ну то есть, смотри, тварь какая. Не смей. Ух ты. А, точно, еще ж ты хочешь. А, он меня уронил. Опять уронил, ударил. В смысле? Алло, а что за дела? Так, кто там следующий ходит? Подожди, так он же только что ходил. Так. А, мышку тоже цепляет. Блин, а я и не заметил. Все. Да. Лови. Чего, блин, Астарион? Ёлки-палки, критический промах.
Ой, ты плюшка, какая же ты плюшка, блин. А, здесь критический удар, да, ну конечно. Загорай пока. Один. Один, сука. Так, это вот ты, да, у тебя что там? 8. Да, лови тогда разряд -то, блин. Господи, да вы чего, блин, стрелки? Ну ладно, тоже неплохо. Сойдет. Врежка ему, чисто по балде, без ной, если может быть. Я забыл посмотреть. У нее же щит, который... Че он там дает-то, блин? Это... В начале выхода в боек. Уже это по продвижением силы, блин. А, вот продвижение силы. А, ну понятно, как оно работает, да, в принципе. Получаете. При проверках испытания ловкость преимущество. Хм. Ну не знаю, продвижение силы в целом интересно. Ладно, пусть пока будет он. Этот пока убираем в лагерь. А, так вот же расчлененное тело клоуна. Фу ты, блин, вот оно где. А, я слепая жопа. Блин, искал его, искал, искал, искал. Вот же оно лежит. Так, ну давайте тогда... Да ладно, пуще валяется тут. Так, ты сейчас еще ходишь? Слепота чё... Ой, извините, а чё дает? Тинк! А? Шо? Нет! Ох, он прошел испытание. Подожди, а как? Подождите. Минуточку. Проходит испытание смерть неуклюжим. Что? В смысле? Ха. Забавно. Ну ладно. Мышка. Съешь его. В смысле высокая степень защиты? А что с ним такое? Можно его победить уже. Да вы что, охренели, что ли, блин? Ну ладно, ок. Он сам, я понял. Он сам, все нормально. Он сам, все хорошо. Окей, ладно, ладно, ладно. Еще. Не обязательно было так орать. Я бы и так все отлично понял. К эффекту. К какому эффекту? Против токсин. Ага.
Ну, это понятно. Так, а вот сейчас проверим. Эй! Так, а вот теперь смотрим. Давайте пробовать, где эта штука. Опасная игра. Нет, нет, а где она? Подожди, мандраж. Нет. Так где оно? Потерял. Подождите. Перенос здоровья не то. При бросках атаки. За каждый промах. Очаровательный смех Таши. Нас. Инстинкт выживания. Концентр. Теническая перегрузка. Тоннель силы. Вот. Когда он атакует, но при этом делает уязвим ко всему урону. Вот смотрим. То есть у него сейчас... Устойчив к режущему, колющему. Все, теперь. Не восприимчивость к психическому, не восприимчивость к яду. Мы делаем вот эту хрень. Опасная игра. Накладываем на него. Вот, наложили. Теперь смотрим. Ага. Просто уязвимости. Эти остались. Невосприимчивости, да? Да, но... Как, то есть невосприимчивость не убирается. Важный момент. Она остается. А вот именно неуязвимость... Ну, то есть вот всякие там... Ага. Окей. Наверное. И теперь, соответственно... Двадцатка. Соответственно... Хрена себе она ему вломила. Видели, да? Ну-ка, сейчас. Так, Shadow Heartless на 24 дробящего. Лучистый, божественный. Еще состояние ревербац. Охренеть, 24, 4, 14. Да, я знаю, что там на ютубе полно уже роликов, где там люди по 400 единиц урона за раз носят. Я знаю, ну, это задрот. Я пока так не умею, отстать. И здесь, соответственно, делаем... А, надо было сначала Джахайру подвести, блин. Балбес. Вот. Ой! Он сейчас взорвется. А когда он взрывается? Готовится взрыв. Остался ходов один. Ага, ну все правильно, да, психический урон у него. Осталась сопротивляемость, да? Все же правильно? Ага. А ты, слушай, а ты вообще прям не стреляешь, да, у нас? У тебя же ничего нет такого, чтобы не стрелять? Нет, вообще ничего нет такого, чтобы стрелять. Ну стой тут пока. Так, ты отойди давай. Нету. Ну, тогда стрельну. Кстати, да, вот смотрите. У него было сопротивление колющему. Сколько мы там наносили? И теперь смотрим здесь. Протокол исследования. Адское железо? Not for communal use, it seems.
Интересно, как мне показали, да, как можно пользоваться этими. Золоченый сундук. Ребята, я смотрю. Что тебе надо? Что тебе надо? Sorry, can't talk. I'm on a deadline. Да? Careful, I might. There. На всякий случай, давайте сохранимся. Даже любопытно. Потом попробуем прийти сюда. Ну, попробуем другой вариант разговора. И протокол закончился. По крайней мере, не будет. Так, металлический щит, всякая хрень, боевой молот плюс 2, щит, ну тут да, тут без особых каких-то вариантов. Тухлый помидор, кулак Генса. Ну ай да, ну ладно. Чувака в руках арбуз. О, стрела убийства гуманоидов. Секундочку. Ну, таких всего три. Может, мы попробовать его грабануть так-то? Так. И тут всякое интересное, да, валяется. Давайте-ка мы это заодно оценим. То есть, а меня сейчас прям сильно-сильно не любят, да? То есть, вот эти все козлы, они прям против меня. То есть, типа, я напал, и все, фу-фу-фу, уходи, да? Давайте быстренько осмотрим тут все. Лажа. Ну, по сути, тоже такое. То есть, в принципе, единственный, кого имеет смысл играть... Ну, это адское железо, я не совсем уверен, нужно ли оно мне. Но это интересно, да? То есть, адское железо. Они его используют. Золоченый сундук можно попробовать обнести тихонечко. И остальное... Да вроде все. Больше ничего я не нашел. Угу. Так, ладно. Пробуем другой вариант. Ну, естественно. Всегда пробуем другой вариант. Сейчас надо будет попробовать... Сейчас надо будет Вообще интересно, я вот сейчас вот насчет попробовать, ну, что-то задумался. Смотрите, а ведь получается, да, можно реально идти просто нафиг и валить всех, да, налево-направо. Интересно, что... Вот вопрос, сколько всего я потеряю в итоге от этих действий? Ну, так, без шуток. Я действительно просто идти и вот налево-направо всех убирать. И мотать себе нервы. Вот тоже вопрос, да, огненные кулаки. А какого хрена? У нас вроде с ними нормальные отношения были. Почему у меня здесь, ну... Вообще нет никакого варианта сказать, типа, алё, гараж, я там где-то там что-то участвовал, что-то делал и так далее. Такого нет даже близко, да? Это странно, блин. Это очень странно. Вполне, конечно, возможно, что
Эта мадам, которая тут стоит, это в очередной раз это, как ее баба с ножом, но правда я тут ее грохнула, а не превратилась. Так, ладно. Так, у меня срочные дела в городе. Мне не нужны деньги, я живу тем, что нахожу в природе. Ага. Окей. Тут, значит... Ну, эти стражи, с учетом имеющихся у меня бомб, у меня их сколько? 4, да? С учетом вот этой фигни, уязвимости. Не то чтобы прям большая проблема. То есть чисто теоретически, если использовать эту уязвимость хотя бы на одного, допустим, вот эти бомбы на всех, да, сколько бы их... А сколько, кстати, может быть вот этих стражей? Тоже вопрос, да? Вот без шуток, сколько? Одновременно вот на меня может сколько нападать в этой игре? Черт его знает. 2-3. Просто как бы в зависимости от количества, то есть один, скажем так, страж вот в таком варианте, он не то чтобы прям совсем проблема, это не проблема. То есть бомба есть, вариант с ним справиться присутствует. Но вот если, подчеркиваю, если их будет, например, двое, трое или больше, ну двое тоже еще куда ни шло, но вот если трое и больше, уф, вот может быть проблемой. Это может быть проблемой. Так. Ну. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Я не беженец. Turn around. Or do you have the means to support yourself? А, то есть тут не важно, да? Так, например, я могу о себе позаботиться. Right. Согласно статье, все взято в мировое на время, я это конфискую, город благодарит тебя за вклад. Где тебе мое имя? I'm doing the questioning here. Last time. Name? Ну, допустим. Well met, citizen. Если пока он шевелится, чувствуешь какую-то связь с конструкцией? Резонанс? Что это еще за хреновина? Я стальной страж, гражданин. Я служу шлитнем врат Балдрин, лорда Энвера Гарташа. В городе скрыт источник моего безграничного магического могущества. Балдуриц, врата Балдура, это мой город, мой дом. Глаза открыть, стоять смирно. Зачем? Страж свяжется с нашим новым управлением разведки. Там определят, представляешь ли ты угрозу для города. Достойным гражданам бояться нет причины, а ты ведь достойный гражданин, не так ли? Ну окей, давай. Даже интересно. Это любопытно. За взглядом стражи пробуждается некое присутствие. Оно видит тебя, оно знает тебя. Ну, привет, привет. В его взгляде отражаются все прегрешения вашей группы, какими их видели всевидящие очи секты. Оно слышало вопли умирающих гоблинов. Оно видело черные тени Гримфорджа и каменные полы, залитые кровью. Ему знаком холод стен лунных башен, сектанты, нашедшие там свой конец. Голос стража, похожий на отравленный мед, раздается прямо у тебя в голове. На вас отметка особого обращения. Не просто враг народа, а враг Абсолют. Подчинитесь мирно или умрете. Ха, а как же тут? Ну, допустим, позволю себя арестовать. Your peaceful surrender
То, что вы не сопротивляетесь, будет особо отмечено. Вас направят в тюрьму на Змеиной скале, где вы будете ожидать приговора. А все просто на этих мелких ублюдков, или я вам голову поснимаю? Какой нимбл? Кто происходит? Шо? Да. Ну и что скажешь? Move along. Так, это интересно. Так, стальная испорченная оптика. А, надолго? А, то есть тут в принципе уже. Оптической цепи, треск. Получится бомба. Читатели будут в ярости. Ну-ка. Так, это интересно, да? То есть если просто не сопротивляться, то... Так, репортер Шалена, что скажешь? Так, угу. Это интересно. То есть так мы проходим сюда, в принципе, потеряв 200 монет. Но это не проблема, да? Точнее, это вообще не проблема. Их можно грабануть тут всех, как я понимаю. Сейчас эти козлы вернутся. Ага. И вот тут можно прям встать, да? Угу. Ладно. Это забавно. Так, ладно. И теперь попробуем еще разок, только с Уиллом. Мне интересно, вообще будет какая-то реакция? Как я уже говорил, имеет смысл грабануть только вот эту вот штуку. И то очень условно. Этого козла можно, в принципе, ограбить. Так. Загрузить. Давайте вот отсюда. Сейчас возьмем Уилла вместо... Ну, допустим, вместо Астериона. Вот. Есть мирный способ входа, есть боевой способ входа. А можно вообще как-нибудь снизу, наверное, пролезть, да? Наверняка, кстати. Там же внизу были эти помостки. Наверняка по ним можно пробраться. Вообще без проблем. Как я понимаю. Наверняка. Ну, сейчас попробуем с Уиллом. Это любопытно. Точнее, не так. Сейчас попробуем взять Карлах вместо Shadowheart и Уилла вместо Астериона. И посмотрим, может они что-то скажут, потому что что у нее, что у него тут есть какие-то дела, будем честны. То есть, возможно, будет какая-то от них реакция. А может ничего не будет, поглядим. Сейчас проверю это, и если ничего не будет, тогда остановимся на мирном пока варианте. Черт с ним. И надо, наверное, да, отдых надо провести, честно говоря. Угу. И тебе заберу. Забиралка не выросла. Так, значит, ты у нас... Привет, пошли. Let's hop. Игра. Так, и мы берем Уилла. Зай. Угу. И Уилл.
Always good to talk, my friend. Sorry, but there's no room for me. Let's make this happen. Да, чувак, связавшись со мной, ты сильно потерял свои смазливые мордашки. Дзынь. Что ж это все-таки за барсук такой? Испуртка. Таинственная дыра. Вот, тогда сейчас попробую. Если ничего не получится, вернусь к сохранению. Астарионом спокойно всех тут ограблю, кого нужно. Все вытащу и дальше уже. Или остановимся здесь. Не буду пока ничего делать. Ну, давай, прогружайся. The Duke, great headline guard, I think. I heard he's a good man. Итак. Let us talk to him. Please, if you could just... We have the Duke's full support. For the good of the people. Так, F5. F5. F5, F5, F5. Или Уиллом попробовать поговорить. А давайте Уиллом попробуем. Даже интересно. Defender of the people. А ну-ка давай. Иди сюда. Halt! By orders of Lord Gortash. Refugees are no longer allowed in the city. Я Уилл Рейвенгард, полагаю, теперь ты меня пропустишь. Рейвенгард? Тифлинг. More like the ghastliest tiefling south of Neverwinter. Угу. Так, а Карлах, что скажешь? Типа его не узнали, да? И вообще никаких вариантов нет. Halt! By orders of Lord Gortash. Refugees, then go. Ага, ладно, ладно. Тогда останавливаемся. Типа, если... Я так понимаю, что если Уилл остается собой, видимо, да, то подразумевается, что его пропускают. Если он остается собой, наверное. Но тогда надо убить Карлах. No. Вообще странно, да? Ни убеждения, ни каких-то разговоров. Вообще ничего. Ну, то есть, как бы, блин, как так-то? Ну, то есть, вообще ничего нет. Как-то это... Как-то. Как-то прям совсем не айс и не гуд. Ну ладно, что, так, сколько я уже переиграл? О, нормально. Ладно, давайте тогда на этом стопорнемся. Сейчас что, сейчас я Астарионом быстренько прогуляюсь по этой местности. Всех грабану, обворую. Вот, без записи про что он тут спрашивается видеть. То есть заберу у него свои кровные 200. Попробую стража грабануть, может из него адское железо удастся вытащить. Вот тоже интересно, адское железо, оно нужно или нет? Оно как бы из них выпадает. Окей, но это надо или не надо? Хз. И тоже забавно, да? То есть в бою это сколько там, 10 ходов, да? Повреждение этого стража. А так он просто повреждается и все. Так, и помнится, Макс мне говорил, что надо куда-то сразу пойти. Да, куда-то пойти. Сразу что-то найти. Куда-то свернуть. Пес его знает. Ладно, будем обследовать. Там посмотрим. Так. Ну да. Как я уже сказал, сейчас тогда Уилл займется обрыскиванием всех карманов. Этих мы пока куда-нибудь вот сюда уберем. Вниз. Уилл, говорю. Астарион. Иди, ребят, вон туда. Идите. Ладно, он этим всем займется. Но вам, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на Дискорд и на донаты. Все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю по плечу. Девушек, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. Baldur's Gate 3. Baldur's Gate 3. Безоговорочная фарева. Иди домой, дура. Хочешь? I'll go on then.
You've twisted my arm. Все, я отсюда. Да, безоговорочно Форева. Про Дискорд, блин, опять я не то немножко сказал. Кто хочет нам Дискорд, пишите в комментариях, кину ссылку приглашения. Да? Да. Как-то так?